Всем привет! Вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Rusty Lake Roots. Леонард. Окопы, зима, 1918. Ты как? Хреново. Ты хреново. Ключик. Что такое? Понимаю. Деревянная нога. Окей. Господи. Ключ якось. Знаете, почему я не люблю проходить такие игры на запись? Потому что я неистово могу тупить. Прям неистово, как последний раз. И меня это прям раздражает и бесит. Потому что, ну почему я так туплю, когда я не должна так тупить? Правильно? Абсолютно верно. Приблизься. Нельзя приблизиться. Вытянь. Отлично. И что это значит? Чем мне эти пластыри нужны? Мне нужно что-то с ними сделать? Что именно? Зачем мне пластыри? А, ну, положить на нужные точечки. А, нафига? Для чего? Ага. Это что-то типа воспоминания. Подожди, не надо ничего трогать. Подожди, не надо ничего трогать. Дом. Угу, дом. Оу, щ. Оу. Угу. Либо я что-то тут делаю не так, что скорее всего. Давай еще раз. Ага. Либо я должна это продолжать делать зачем-то. Угу. Хочешь еще раз? Я еще про дом. А давай еще раз. Угу. Здесь что? Я правильно понимаю, это ему снится или что? Ага, надо все двигать. Нет бы подвинуть одни эти, нужно двигать все. Спасибо большое. Слушай, а сколько ты еще будешь просыпаться? Ключ мне даст кто-то в конце концов? О, мистер Ворон. Этого мы знаем. Этого, этот интересный чел. О! Привет, брат. Спаси Леонардо. Он нужен нам, чтобы найти сокровище. Противогаз. Отлично. Два? Нифига. Как ему противогаз поможет? О, май гад. Что это? Господи, шо-то такое? М? Скажите кто-нибудь, пожалуйста. Давай. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ага, ну да. Что это такое? Что за жесть?
Вот так. Верни. Это верни на место. Это возьми. Да. Я не знаю, куда. А это куда? А тут вот вообще тела нет. Ну, убери. Ага, это вот так. Это вот так. Вот это что? Извиняюсь. Тут тела нет. Я не особо понимаю, как его найти. Я не вижу тела. Или куда? А, вот это вот сюда вообще. Вот это вот сюда, поняла. Перебор. Вот это вот так, вот это туда, вот это сюда, вот это тоже. Верни. Эту штуку верни. Дальше. Так. Вот. Так. Так. Нет, вот это точно не сюда. Вот это вот сюда. Вот сюда, все понятно. Треугольник, кружочек и ви. А ну-ка. Треугольник. Кружочек такой и... Нет, треугольник, по-моему, какой-то другой. Или кружочек другой, или вот... Сейчас прекрасно. А можно еще раз? А ну назад, стой. Нет? Давай еще раз. Еще на кого-то можно противогаз надеть? Ну так, просто интересно. Все, это конечное, да? Ага, это конечное, ладно. Окей, как вернуться отсюда? Окей, окей, окей. Что с ногой? Или что с чем? Куда ногу деть? А, вот банка. Так. Допустим. От тебя ветка пойдет выше куда-то. Так, здесь. Очевидно, вот это следующий. А это у нас от Эммы. От Эммы, сын которого в самом начале скинули, короче, в колодец. Да, 8924, колодец, часть 1, франк. Вопрос, как он выжил? Вода, еда... Куда нести? Что это? Это что? Это что? А, это я все беру. А, окей, что ты хочешь? Еда, походу, это. Хочет покушать, правильно? Хочет покушать. Еда — это палочка. 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 А, палочка и тире. Опа. Нет? Заостренный камень. Что за заостренный камень? А вот это я могу порезать. Опа! А вот так вот, да. Опа. На, ягода. Рутик. Поняла. Чашка с жидкостью. А, это вода. Боже, да что ж со мной не так? Чего я так невнимательно? Попил. Еда. Еда, это ленточка. Вот это убери. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Угу. Так, рыбка. О, май гад. Да, спасибо. И ты хочешь... Вуден стик? Что это? Короче, рыба и перечеркнутая. Хоп, рыба, перечеркнутая палка.
А кто ему это дает, извините? Деревянная палка. И что ты с ней сделаешь? И в него, в морду ему этой деревянной палкой тыкни. Давай, в морду ему тыкни этой палкой. А, это он его кормит, что ли? Кто его кормит? Я так понимаю, он? Для чего? Окей, пошли дальше к Розе, дочке больного чела. 8924, колодец, часть 2. Она его кормит. Нет? Колодец? Типа, что за хрень в колодце? Вы поняли? Ей, короче, прилетела эта штука. Это, блин, последовательность хорошая. Пожалуйста, помоги мне, еда, вода, все остальное. Wouldn't stick it out. Червяк. Чашка. Спички откуда-то. Sorry. Она ему дала... Oh my god. Она ему дала что? Она ему дала мочу собачью, я правильно сейчас поняла? Или куда? Это что, шутка? Это что, юмор? Зачем мне вот это вот? Я не знаю. Ага, деревянная палка. Раз, прекрасно. О, рыба. Поймалась откуда-то. Окей. Она еще и жареная, ля. Офа. Покрутить может. Деревянная палка. Жареная рыба. Хорошо, вот тебе вода. Или что, опускаешь? Да, это, по-моему, еда. Пускай. Хочешь, я тебе топор положу? Не могу я топор ему положить, к сожалению. Она ему помогает. Офигенно. Она спасла своего... брата двоюродного, получается? Кузин? Кузен? Или кто он? Вроде бы. Так. Давайте дальше пойдем по ее ветке. Она ниже всех. Значит, осень 1926, шахматы. Фрэнк Альберт. Угу. Тебя ничего не смущает? Типа, да, вот именно, что он, как он не умер. Я тоже, кстати, не пойму, а что он не умер? Он там сколько просидел лет? Этот думает, что типа надо, чтобы этот умер, а этот думает, надо, чтобы этот умер. Правильно? Что такое? Угу. Ой, да ладно вам. Да, да, сразу все понятно стало. Угу. Еще раз. Давай еще раз. Вот это считается за один. Это считается за один. Вот это считается раз, два. Это считается раз, два, с... Я не знаю, что это такое. Мы не знаем, что это такое, в общем. Здесь нифига. Что ты хочешь от меня, чтобы я вырезала нож? Кому дать нож?
Ага. Картошка. Шах-король. Шах-король. И что с королем? Он король. Ты король. И что это для тебя должно значить, типа? Что это должно значить? То, что ты король? Или что я должна скорее делать с тем, что ты король? Вот это можно как-то убрать? Тут еще что-то должно быть? Вот здесь что? А что это? Или как это должно считаться? Вот отправная точка. Это похоже на квадраты, высеченные еще раз. Или это нижний, наверное, нижний, потому что... Или это, я не знаю. Или как она считается? Я не понимаю, как это считается. Я могу тебе вырезать, если хочешь, что-нибудь. Тоже ничего не работает. Опять я буду тупить с этими загадками. Да вы что, издеваетесь надо мной или что? Это шутка или юмор, или кто? Я не понимаю. Нижний, верхний, нижний. Нет, я правда не понимаю. Верхний. Нижний. Верхний. Нижний. Не, я не понимаю. Я исключительно не понимаю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Нет, нифига подобного. А если с другой стороны начать? Это я начинала откуда? Отсюда или отсюда? Не знаю. Я не помню, откуда начинала. Это прикол. Раз-два. Я не понимаю. Или может... Как это должно читаться? Ничего не ясно, но очень интересно. Это пиздец. Каким я должна метком считать это? Пиздец. Что происходит? Давайте, ходи. Понятно, ты конь. А ты король. А, я должна... Я не понимаю, я хотеть должна, типа, или куда, или что ты от меня хочешь? Он куда-то ускакивает. Куда он ускакивает? Здрасте, приехали. Ну, так король ходит, нет? Я максимально не понимаю, почему и что это вообще должно означать. Ты молодец, ты походил, и чё? Вот на красный я типа не могу стать? Окей, понял, входит буква Г.
И что? И теперь ты король. Я за тебя хлебать как рада, типа. Да, прекрасно. Вот хочешь нож? Давай дальше. Серебру. Нифига. Еще раз. Тоже нифига. Еще раз. Так ведь М же нету. Это должна быть конечная точка, да? М. Угу. Допустим, сложно. Б. Ой, не туда. Ру. М. Что это? Кто-то рот полощет или что? О, это мы берем. Вот так вот и закончилась твоя прекрасная жизнь, получается. Я все еще не могу догнать, кто это все делает. Надо комментарий почитать. Может, там есть ответ. Так. Опять по ветке Франка. Френка, Франка, хз. Зима 1927, ванная. Угу. Ключик. Уголь. Спички. Закрой. Хоть что открою. Ладно, закрой окно. Холодно, да, тебе? Угу. Уголь. Печки. Что это такое? Включаем. Что такое? Ты хочешь по повышению температуры? Да, это в принципе логично, это я могу понять вполне себе. Здесь закрыто. Вот здесь закрыто. Здесь нужно залатать дырочки. Вот так. Вот так, как-то вот так. Нет? Да, все правильно, не ври. Еще выше, да, надо, чтобы ты спекся в этой ванной. Правильно, давай. А давай. Лахая, давай. Что с этой водой? Ты хочешь сделать? Извините, еще где-то есть ключик? Вот так вот температура падает. Вот так вот повышается. Здесь, если чуть-чуть приоткрою, она что-то, ну, так как была, так и есть. Так и осталась. Здесь. Это здесь. Температура ж норм, нет? А, ведро. Ну, ведро и ведро, понятно. Надо было нагреть. Ведро с водой. Обратно. Ну что, там вода греется? Ведро с горячей водой. На него облить. На. Еще больше? А куда больше? О, ключ, спасибо. Ножницы? Откройся. Давайте побреем.
волосы. Угу. Короче, он типа отомстил своему дяде. Здесь осень 1929-1933. Ну, значит, 29-1. Это Леонард, сын Иды и Сэмюэля. Который на войне. Осень 1929. Сокровище. Я думаю, что вообще мы не будем, наверное... Ну да, 4 минуты осталось. Я думаю, что давайте на этом закончим, в принципе. Хотя, наверное, тут недолго. Ладно, давайте на этом закончим. А сколько... Дайте мне к дереву выйти. К дереву. Да. 28 из 33. Ну да, нам как раз останется, наверное, на следующую серию, возможно, прям уже конец. Я думаю, наверное. Так что да. Спасибо вам, отмечаться, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твиче, также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.